Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы СП «Рукодельный урожай». К вашему вниманию я представляю отчет за июнь месяц. И в первую очередь хочу сообщить очень важную информацию. По вашим просьбам наш совместный проект будет продлен до 1 октября. А значит, вы спокойно сможете дошить ваши работы, может быть, даже еще что-то новенькое начать. В общем, лето, время отпусков, конечно же, это самый важный период. Нужно отдохнуть, набраться сил. И в связи с этим я продлеваю наш СП, чтобы мы спокойно смогли все довышивать. И по итогу СП напоминаю, что будет проведен розыгрыш среди готовых работ. И у нас есть спонсор. Один подарок предоставлю я, а второй подарок предоставит Марина Филиппова. Она также участница нашего СП, ну и также и спонсор. Подарки мы уже разместили в группе, поэтому я приглашаю ознакомиться с нашими подарками и приглашаю всех в нашу приятную группу. Ну а на этом все. Желаю вам хорошего и приятного просмотра. Поехали! Итак, к нам присоединилась в этом месяце Светлана Романова с схемой от Stony Creek. Эту схему Светлана немножко уменьшила и доработала. Размер готовой работы 72 на 58 сантиметров. Канва здесь Zweigert 14 каунт, нитки ДМС. И Светлана снова присоединяется с этой работой, потому что уже участвовала в СП «Райский сад», но работу в прошлом СП Светлана не смогла завершить, поэтому добавляет ее в этот СП. И, как вы видите, сразу показываю вам уже готовую работу. У Светланы все-таки все получилось. Вот наш СП, он очень-очень, конечно же, помогает организоваться и довести какие-то работы до финиша. Всего в работе вышито более 75 тысяч крестиков. За последние недели Светлана тоже вышивала очень-очень много. Работа завершилась. Вот такая она большая. 72 на 58 сантиметров. Напоминаю, размер этой работы яркая, очень интересная, праздничная. Подсказывайте Светлане, как ее теперь оформить. Поздравляем с финишем. Но на этом Светлана решила не останавливаться и добавляет еще одну работу. Это схема из журнала «Рисуем иголочкой». Называется «Букет суккулентов». Размер 140 на 177 крестиков. Небольшой дизайн, очень интересный. Будем следить за отшивом. Также к нам присоединяется Светлана Милованова с очень сложной, большой работы. Это химера «Прибытие поезда». Вышивается на аиде 16 каунта белого цвета. Размер в крестиках 450 на 320, в сантиметрах 72 на 51. Используя 33 цвета плюс 14 блендов. Вышивается ниточками СХС. На пяльцах идет вышивка на пластиковых от Нурги. Вот такая вот сложная работа. Есть начало. Мы поддерживаем Светлану и также вас приглашаю поддержать Светлану. Очень интересно будет посмотреть, как будет выглядеть работа. Желаем удачи. И еще одна новая участница в нашем СП – это Валентина Сычева. Присоединяется вот с такой вот интересной масштабной схемой от Марии Пулинович. Называется «Красная шапочка». Размер работы 450 на 600 крестиков, в сантиметрах 71,4 на 95,2 сантиметра. Вышивается на аиде 16 каунта. И на момент вступления было отшито 1337 крестиков или 0,49%. Вот такое начало. Что, желаем удачи и с удовольствием будем наблюдать за отшивом. Также к нам присоединяется Надежда Агаева с вот таким вот наборчиком от «Жар-птицы», называется «Магниты ретро». И вот то, что вышито на момент вступления. Переходим к отчету Татьяны Муратовой.
Татьяна отчитывается по набору фирмы «Чудесная игла Гранат», вышивается на AIDI 14 аккаунта, используется 24 цвета мулине, из них 3 бленда, по техникам крес, полукрес, французские узелки, чуть-чуть бэкстича и продвижение за месяц. Я вам добавляю фото слева и справа, чтобы вы могли сравнить, как подросла работа. Очень нежная получается. И переходим к следующему отчету. Татьяна Муратова также добавляет еще одну работу, которую она с нами вышивала в СП «Любящие сердца», но так и не получилось завершить. Это Лили Виолет Гранд Папа Орс. Я не знаю, как я правильно прочитала или нет. Вот, вышивается этот дизайн полным крестом в одну нить на мешковине, полная зашивка, используя 10 цветов мулине. И на этой неделе Татьяна вышивала рукав и подол рубашки. Вот такая вот интересная работа должна получиться. Так, переходим к отчетам. Алевтина Капитан отчитывается по дизайну фирмы Dimensions. Это самоподбор. Вышивается на ленде 27 аккаунта. Цвет называется «Голубой лед». И в июне месяце был достигнут рубеж в 44%. Каждую неделю практически отчитывается Алевтина, и вот такая красота получается. Очень-очень красивый дизайн. Я думаю, что теперь Алевтина точно успеет его завершить до конца нашего СП. А это финиш от Елены Сметаниной. Посмотрите, какая красивая работа. Это дизайн Натальи Луневой, викторианский дом в весеннем лесу, вышивка на мурана ниточками гамма. Работа очень активно продвигалась, такими большими блоками отшивала Елена. И вот сегодня я вам презентую ее работу уже полностью готовую. Очень красивая, гармоничная работа получилась. Поздравляем с таким прекрасным финишем. А это отчет Аленушки Сережиной. Алена вышивает очень сложную, но очень интересную работу от фирмы Панна. Вот такой шикарный тигр, ловец снов. Размер работы 27 на 43,5 сантиметров. Используется здесь 9 цветов плюс 5 блендов. Ниточки здесь мулине гамма. Канва темно-синего цвета AIDI 14 аккаунта. Конечно, сложная основа, темная, и ниточки в тон. Я представляю, как это сложно вышивать, но тем не менее, по чуть-чуть работа продвигается. Посмотрите, какая она красивая. Нам пишет Алена, что устала немножко от этого дизайна и много работы, хочет переключиться. Но я думаю, что все равно все получится. Осталось тоже не так-то много, поэтому по чуть-чуть, до 1 октября работа завершится. Мы держим кулачки. Переходим к отчетам Ольги Важениной. Здесь много у нас процессов. Ну, во-первых, это подушка бабочки. Схема из интернета. Основа мурана 36 аккаунта. Вышивка идет по саге. Размер вышивки будет 22 на 22 сантиметра. Используется 15 цветов мулине и вышивка крестом в 2 нити. Также есть очень много четверть крестиков, которые будут закрываться бэкстичем. Вот. Ну и вы видите, как работа выглядит на конец отчетного периода. И здесь уже работа вышита на 77%. Очень хороший прогресс, интересная работа. Ждем с нетерпением, конечно же, финиша. Я понимаю, что там будет много еще бэкстича, но в этом-то и интерес, когда он сверху ляжет, а работа преобразится. Еще один дизайн, розы на черном, Just Joy, просто Joy. Размер этой работы 65 на 44 сантиметра, неполная зашивка. Вышивается в одну нить на черной AIDI 18 аккаунта. Мулине здесь нам пишет Ольга много. Работа, конечно же, масштабная, 76 на 56 сантиметров. Вот, и за июнь месяц прибавилось 2116 крестиков. На розе осталось вышить пробелы белым цветом. Для листьев нужно снять канву с рамы и подвинуть, поэтому это будет вышиваться попозже. Ну вот видите, цветки огромные, очень такие они объемные, и потихоньку вот так вот у Ольги они вышиваются. Очень интересный процесс, наблюдаем.
Еще один дизайн, который вышивает Ольга Важенина, это набор фирмы Ланарта «Орхидея». Размер этого дизайна 17 на 23 сантиметра. Используется 19 цветов Мулине ДМС. Схема здесь на листе А3 очень крупная. И по техникам крест-три нити, немного в одну нить, бэкстич в одну и в две нити, французские узелки в одну и в две нити. Ну и вот вы видите слева то, что было вышито на начало месяца, и к концу месяца работа продвинулась. Как вы видите, финиш уже не за горами. Работа хорошо подросла, поэтому думаю, что скоро уже будет и финиш. Итак, отчет Татьяны Буркицы. Татьяна вышивает основной процесс. Это мечтательница дизайн Мирабили. Но здесь схема от набора Joy Sunday, но основные материалы все здесь замена. Здесь идет основа 28-го каунта от Обельхорн, бисер чешский. Вот, работа продвигается, очень много здесь бисера. Как писала Татьяна, сложно его сфотографировать, но есть некоторые фотографии, вставки нам она делает, чтобы мы могли рассмотреть. Ну и дизайн, вы понимаете, очень большой. Если я не ошибаюсь, 44 сантиметра он в высоту. Поэтому, конечно, работы над ним много, объем большой, ну и такая красота получается. И еще одна работа Татьяны – это финиш и старт. Вот такой вот чудесный домик рукодельницы от Ольги Антроповой. В работе использовалось 18 цветов мулине ДМС и пластиковая канва, а еще есть пришивные элементы. Ну и я поставила вам фотографию уже готовой работы, чтобы вы могли просматривать детали. Очень интересный домик, хорошо проработан, милые детали, украшения. Получается очень ювелирно, очень интересная работа. Что ж, поздравляем с таким финишем. Но на этом Татьяна не останавливается, добавляет еще одну работу. Это замечательный набор фирмы Риолис, маленький енотик. Пишет, что этот наборчик подарил мне любимый сыночек, так что очень хочу его вышить. Размер готовой работы 13 на 13 сантиметров. Вышивается на иге 14 каунта шерстяными ниточками. Из техник только крест и бэкстич. Очень приятная работа и первые 200 крестиков. Да, замечательный получится енотик, и основа здесь тоже очень хорошая. В общем, желаем шустрой иголочки. Еще одна работа от Татьяны, это летняя прогулка, схема от Ольги Ланкевич. Вот такая вот интересная схема, первые крестики, первый пробный отшив, и мы видим, что схема очень проработанная, краски яркие. Будем наблюдать за отшивом, всегда интересно посмотреть вот на такие авторские дизайны. Юлия Мясникова вышивает очень интересный набор фирмы Риолис, по-моему, это премиум класс, называется Климатисы. Вышивка идет ниточками фирмы Анкор, 26 цветов, также используется 5 блендов. Крестиком вышивается в основном, но в разное сложение. Есть и в одну нить, и в две, и в три. Также бэкстич в одну и в две в ниточки вышивается. Канва здесь Цвайгард 14 каунта, размер готовой работы 50 на 40. Это неполная зашивка. Вот такой вот интересный дизайн. За июнь месяц прибавилось 2397 крестиков. Потихоньку работа движется к финишу. Уже видите, вы очень много вышито. Осталось совсем чуть-чуть, но работа непростая. И поэтому потихоньку она продвигается. Но главное, уверенно. И я думаю, что уже совсем скоро финиш будет готов. Какая чудесная работа. Марина Филиппова вышивает набор фирмы Риолис «Отвори сама», номер 1050, называется «Рябина», размер 55 на 35 сантиметров, в крестиках 174 на 223. Используется 19 цветов, ниточки здесь шерсть, это счетный крест, и вышивка здесь на линде 27-го каунта от фирмы «Гамма». Марина сделала замену.
по основе. И, как видите, работа очень хорошо подросла. Я вставила фотографию то, как она выглядела, как она выглядит на конец отчетного периода. Также Марина пишет, что очень приятно вышивать шерстяными нитками на линде. Вот такой вот интересный момент. Как видите, работа очень яркая, сочная, так что ждем скоро финиша. Билли Ван Милли вышивает схему «Гостиная Коктевран» от Елены Ларцовой. Материалы здесь мулины ДМС, основа Цвайгер Тайда 18 каунта кремового цвета, размер в крестиках 160 на 178. Ну и к концу отчетного периода было вышито 59,10%, прибавилось за июнь месяц 1232 крестика. Ну и, как вы видите, я поставила с левой стороны фотографию до, с правой после. Можно нажать на стоп-кадр и найти 10 отличий. Вышивка идет в такой технике по цветам, что прибавляется по всей работе. Очень интересно рассматривать, как она подрастает. Вот. Так что ждем новых квестов. Елена Семенова вышивает очень интересный набор от Goblin Set «Завтрак с омарами». Размер работы 29 на 29 сантиметров и вышивка идет на гобеленовой сетке. Используется всего 20 цветов. За июнь месяц прибавилось 2205 петитов. Пишет, что немного получилось вышивать в июне месяце, но тем не менее работа, посмотрите, как хорошо продвигается. Поэтому держим кулачки, чтобы все так же хорошо вышивалось. Работа очень-очень интересная, проработка потрясающая. Виктория Румянцева добавляет нам еще один процесс. Это набор фирмы Панна, золотая лягушка. Размер готовой работы 12,5 на 12,5 сантиметров. Материалы Аида 14 каунта черного цвета, ниточки мулины гамма 23 цвета, по техникам крест и полукрест в две нити. И вы видите начало, как продвинулась эта работа за июнь месяц. И отчет по текущему процессу Виктории. Это набор фирмы Риолис номер 1390. Размер готовой работы 25 на 25 сантиметров. Материал здесь Аида 14 каунта. Ниточки шерсти акрил. Софил 21 цвет. По техникам крест в одну нить и в две нити. Полукрест в одну нить и бэкстич. Ну и работа, видите, просто летит. Виктория вышивает по одному процессу, и поэтому вот такие вот хорошие продвижения. Переходим к отчетам Ольги Таршиной. У Ольги много наборов. Ну, во-первых, представляю вам финиш. Это китайский набор «Поцелуй котят». Размер этой работы 33 на 34 сантиметра. Вышивался на Аиде 14 каунта, использовалось 28 цветов. Это вышивка с нанесенной схемой на основу. И вот посмотрите, как быстро вышилась работа. Посмотрите, как выглядит эта вышивка. Очень нежная, хорошо подобранные цвета. Ну и какая чистая, аккуратная изнанка. Поздравляем с прекрасным финишем. Еще одна работа Ольги, почти финиш. По крестикам здесь все уже готово. Осталось написать имя, сделать какие необходимые, написать даты, и работа будет завершена. То есть здесь уже полностью готовы крестики, но еще нужно будет постирать, чтобы ушла разметка. И это также китайский набор. Малыш и аист вышивался на Аиде 14 каунта, размер 46 на 42 сантиметра, такая большая работа, и использовалось 16 цветов. Еще один набор добавляет Ольга, это китайский набор «Птица в маках», также 14 каунт, также используя здесь 52 цвета, и размер готовой работы будет 35 на 34 сантиметра. Вот так выглядит начало этой вышивки. Посмотрим, что получится по итогу. Ну и также Ольга добавляет еще один дизайн. Это копия фирмы Lanarte «Цветы и Чибис».
Также 14 каунт, используется здесь 43 цвета. Размер готовой работы будет 33 на 46 сантиметров. Ну и вот такое вот начало. Вот столько процессов и финишей у Ольги. Замечательный результат за июнь месяц. А это отчет Татьяны Самодед. Это набор фирмы Classic Design. Вышивается на ID 16 каунта Цвайгард белого цвета. Также здесь ниточки ДМС 46 цветов, разобранные на органайзере. Цветная символьная схема, очень крупная. Сюжет несложный, вышивка идет и полукрестом, и крестом. Также есть инструкция на русском языке. Размер будущей работы 46 на 34 сантиметра. И в крестиках размер работы 210 на 290. Вот так вот, такой прогресс у Татьяны за июнь месяц. Мне кажется, очень хорошо работа подросла, активно Татьяна работает над этой вышивкой, так что финиш не за горами. Отчет Виктории Алешиной. Виктория вышивает знаменитого Фредерика Литератора от фирмы Dimensions. Размер работы 30 на 28 сантиметров. Вышивка на AID 14 аккаунта черного цвета. Всего используется 29 цветов. И пишет нам Виктория. На этой неделе получила долгожданную посылку из Харькова. Приехал мой старенький ноутбук, телефон, рама, тиски и Топекс. Переорганизовала процесс на раму. Муж, к сожалению, подумал на клипсы от рамы, что это бигуди, поэтому временно закрепляю, чем придется. Прищепки из строительного магазина, зажимы от снапов. С появлением телефона перешла на вышивку по саге. Времени на вышивку было немного, и новости из Харькова вводили в состояние ступора, но все же прибавилось около 700 крестиков. Теперь работа готова на 50%. Всем легких крестиков и мира! Удачи! И мой отчет. Я продолжаю работать, трудиться над заключительным дизайном из серии стихий. Это наборы панна. Здесь у меня вышивается земля. Традиционно у всех этих дизайнов размер 32,5 на 32,5 сантиметра. Вышивается на AIDI 14 аккаунта. Ниточки здесь у нас гамма 27 цветов. По техникам крест и бэкстич. Вот. И за июнь месяц мне немного удалось вышить. Июнь у меня был не очень-то вышивальный, как вы знаете. И я вышивала вот эту гору, водные барашки. Ну, в принципе, начало положено, там есть и бэкстич. Вышивка очень легкая, приятная. И, конечно же, настраиваюсь в июле сделать более хороший прогресс. Вот такие у меня новости. Также я напоминаю, что наш СП продлевается до 1 октября, поэтому, девочки, после отпуска я всех, конечно же, жду. Продолжаем, вышиваем, работаем. Мы еще много чего сможем сделать. Также в нашей группе ВКонтакте я выложила, уже озвучила некоторые призы. У нас есть спонсор, это Марина Филиппова. Она будет разыгрывать очень раритетный, интересный набор от Dimension. Заходите, смотрите. И также я выложила уже подарок. Вот, еще, может быть, что-то у нас будет. Всех-всех ждем, всем рады. И, кстати, всех приглашаю в нашу группу ВКонтакте. Она сейчас очень активно развивается. Каждый день у нас что-то интересное публикуется. Интересное, смешное и полезное. Поэтому всем очень рады. А на этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока.